Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Дмитрий Евланов и канал Сады Тамбовщины. И я начинаю серию съемок по обзору того, как я буду разбивать и как я буду сажать на своем бывшем вот здесь вот огороде такой мини-парк или мини-декоративный садик. Вот. Я хочу не просто насажать какие-то растения хаотично, как, допустим, я сажал у себя до этого. Вот, а хочу именно посадить каким-то таким парком с дорожкой, с центральной композицией. Одной из этих центральных композиций будет вот это вот, я надеюсь, что она примется, лжецуга или псевдоцуга. Что же сейчас? Сейчас мы разложили вот таким вот полуовалом шланг. Для чего он нужен? Сейчас мы раскидаем по этому шлангу теперь еще рулетку, выведем как следует центр и потом в последующем разметим, что же здесь будет. Здесь будут посажены живой изгороздью туи смарагд или туи колумны. Ну а что будет дальше, будем смотреть. Так, ну что, разложили мы шланг, разложили мы рулетку по всему огороду. Правда, рулетку у нас хватило только вот до сих пор. Так, приблизительно все ровненько. Сейчас я зайду с этой стороны еще, посмотрю. Ну, так более или менее все ровненько. Вот по такой дуге будут посажены туйки. Какие, я еще не знаю. Итак, сейчас будем размечать. От стройки остались вот такие вот колышки. И чтобы сейчас нам или сильный ветер, или дождь ничего не сбил, сейчас через определенное расстояние промерим сейчас, как и чего, и сколько чего останется. Вот. И забьем эти колышки. В последующем на эти места будут посажены растения. А мне еще нужно сегодня где-то расположить вот те две гортензии, которые стоят в горшках. Посмотрим, что будет дальше. Итак, друзья, что мы имеем? Разметили всю вот эту дугу. Получилось вот так вот, если снимать первое растение и вот туда вот, то получилось приблизительно все симметрично, одинаково. Получается вот такой полукруг. Рулетки нам не хватило, поэтому мы перетягивали. Там вот неровно она лежит. Колышки вот эти вот будут как бы деревья. Сейчас посмотрели, через сколько сажаются туи. Ярослав, сколько ты считал? Получилось? А? 19. То и вот здесь вот будет расти. И если даже вот здесь вот посадить сейчас туй брабант, где-то приблизительно через также 60-80 сантиметров, то здесь сейчас тоже получится, наверное, порядка 10 штук. Это прям точно. Вот. Поэтому туйки будем покупать где-то в питомнике не очень больших размеров, так как цены на них достаточно кусучие. Ну что, друзья, как-то вот так вот. Вот такая полусфера, через 60 сантиметров будут туи посажены, смарагд. Потом еще здесь вот так вот накидал приблизительно вот 50 сантиметров. Это граница будет туй. Это вот будет у нас такая дорожка узенькая, вот здесь 50 сантиметров. Вот здесь вот будет такая же полусфера посажена метельчатых гортензий. Хочу тоже много сортов, все сорта собрать и посадить вот сюда вот в рядочек, чтобы они здесь красиво росли все в ряд. И потом уже будем снимать и показывать, какие из них более или менее симпатичные. Так,
Вот уже колышек воткнул, там вот будет сегодня посажена одна гортензия. Здесь вот где колышек, здесь будет посажена вторая гортензия. Вот гортензии будут сажаться через 1,5 метра. Нужно будет потом, когда вот выкопаем морковку здесь осенью, разметить также участок, ну и посмотреть, сколько гортензий нам нужно. Туи мы уже посчитали, какие нам нужны, сколько. Теперь нужно определиться, какие именно сорта. Вот. Потом я все это покажу. Ну а сейчас мы поедем в лес за хвойным опадом. Итак, мы в лесу. Вот такая вот здесь у нас красота. Вот так хорошо дышится. Сыночек вон бегает за мной, чтобы я его не снял. Нам нужно сегодня посадить 2 куста гортензии. И всего нужно 2 вот таких контейнера для хвойного опада. Вот один мы набрали, один в процессе. Вот такой вот перегнивший субстрат идет, перегнившая хвоя перегнившая. Вот, и здесь остатки вот таких веток перегнивших. И мы даже собираем вот такие целиковые веточки. Вот, чтобы гортензии получили хороший рыхлый и слегка подкисленный грунт. Не раз я уже говорил, что у нас тяжелые грунты. И сегодня мы с вами сажаем гортензии метельчатые. 2 сорта. Вот они стоят у нас. Обзор я на них уже делал. Вот, но... А сейчас я подготовил вот посадочные ямы. Такие большие, хорошие посадочные ямы. Выкопал. И если вот здесь вот... Только где-то вот на глубине у нас пошла глина. Вот. Ну, прям вот глина. Почти чистая. Суглинки. Сверху здесь такой достаточно хороший слой чернозема, сантиметров, наверное, 25-30. Ну, а потом пошла глина. То вот вторую лунку я копал. Здесь буквально... Опа, так вот снять. Буквально сколько, я не знаю, 15-20 сантиметров чернозема. А дальше пошел вот такой песок. Ну, просто вот там вот лопатой ковыряешь в лунке. Просто чистый песок. Потому что это вот тут как земля осыпается, а там вот дальше чистый песок. Вот такие грунты у нас. Теперь у нас есть 2 контейнера хвойного опада. Сейчас буду засыпать в послойное и перемешивать с грунтом. Вот, и получится такие хорошо заправленные посадочные ямы. Итак, 1 яма у нас готова. Я ее заправил, все подготовил. Вот. Сейчас мы что делаем? Сейчас у нас есть циркон. Корневина у меня нету. Вот. Мы сейчас разводим циркон в ведре воды. И на несколько минут, ну, я так думаю, что минут на 10, на 15 мы опустим растения, которые будем сажать, гортензии, вот в этот вот раствор. Так, размешали как следует циркон, перемешали. Сейчас берем растения. И помещаем их в воду. Пускай пока так вот на боку. Итак, растения у нас замачиваются. 1 посадочная яма у нас готова. Сейчас я иду заправлять 2-ю посадочную яму. Вот. Ну а дальше мы сажаем растения.
Итак, прошло у нас, я не знаю, минут 15 или 20. Ярослав, сними покрупнее. Все горшки у нас пропитались очень хорошо водой с разведенным цирконом. Вот, сейчас мы достаем гортензометельчатый Pink Diamond. Помещаем ее в лунку. Так, это будет очень глубоко. Вот так вот сейчас с краев сюда осыпем все. А, вот так вот будет в самый раз. Вообще везде написано, что гортензия метельчатая нужно сажать и не заглублять корневую шейку. Но у меня вот почему-то складывается такое впечатление, что растения, которые хорошо черенкуются, а гортензии все хорошо черенкуются, что мне кажется, что ничего страшного, если у них чуть-чуть будет заглублена корневая шейка. Итак, корневой ком оплетен достаточно хорошо. Все в корнях, корни белые, корневая система развита хорошо. Сажаем. Ставим наш корневой ком. Так как оплетение не очень там такое сильное все, то раздербанивать мы вот разрывать вот этот ком не будем. И вот так вот засыпаем грунтом. Ну, углублять корневую шейку я не буду, потому что здесь у нас получилась достаточно хорошая посадочная яма. Вот чуть-чуть вот так вот просто подсыпем. Оп, и все. Блин, яма для полива у нас получилась тоже хорошая. Сейчас, если у нас останется чуть-чуть там хвойного опада, то мы здесь вот просто хвойным опадом немножечко еще замульчируем, и все. Итак, гортензия метельчатая Pink Diamond посажена. И осталась у нас гортензия метельчатая Magical Fire. Сейчас идем ее сажать. Посадочные ямы у нас также очень хорошо заправлены. Единственное, что здесь песочка у нас в грунте побольше. Достаем гортензию. Также отлично развита корневая система, все корешки белые, весь ком очень хорошо оплетен. И нет вот этого лишнего оплетения. То есть разрывать мы его не будем. А я думаю, что вот так, наверное, будем сажать. Так как у нас все листочки смотрят в эту сторону, скорее всего, вот так вот, наверное, на юг мы их и оставим. Так, тут, наверное, чуть-чуть мелковато яма. Чуть-чуть вот сейчас так вот подразроем, вот так вот помещаем и обсыпаем все и обжимаем грунтом. Корневую мы тут тоже особо заглублять не будем. Так, сейчас вот этот грунт я отсюда возьму, чтобы сделать поливочную яму. Горшки я пока вот эти вот с надписями оставлю, так как сорта эти достаточно новые, я их еще не очень хорошо запомнил. Ну что, отличная посадка. У нас здесь осталось немножко хвойного опада. И я сейчас замульчирую все хвойным опадом, а потом просто из леечки все хорошенечко пролью. Так, пойдем, у нас здесь осталось как раз на ту гортензию. Сейчас замульчируем ее. Вот, и сюда немножко хватило, чтобы замучили. Итак, друзья, у нас осталось только пролить эти гортензии по ведру воды. Сейчас я на них вылью. И на этом... Мы продолжаем делать наш парк. Вот здесь, где был у меня мини-огород. Вчера я приехал с Москвы. Если вы не забыли, то это вот дуга будет из туй. А вот здесь, вот где стоят колышки, такую же дугу будет повторять гортензии метельчатые. Туи в количестве 22 штуки. Но правда маленькие, потому что цены на туи кусаются. Вот такие вот туйки взяли. Сейчас покажу поподробнее. Вот такая вот туйка. Сколько у нее тут? Сантиметров, наверное, 40 будет. Вот, вот с ножницами.
небольшие туйки. Мне вот с достаточно хорошей корневой. Они все в стаканчиках. Это я просто достал их, ее тую. Сейчас покажу стаканчик. Вот в таких вот стаканчиках. Вот такие вот небольшие туйки. А если говорить про больший размер туй, то значит, что мы имеем? От 50 сантиметров 500 рублей туйки стоят. От метра 800-900 тысяч и больше. Но, допустим, я тоже сначала думал, может быть, посадить большие туи, но... Подсчитав бюджет, нет, это очень много денег нужно. Тем более, если нам там вот нужно 19 туй по дуге, вот, то это нужно уже 19 тысяч сразу. Вот. Так что взяли вот такие вот, будем за ними ухаживать, будем их выхаживать. И я думаю, что годик через 3, через 4 они уже будут меня радовать своим... своим размером. И еще купил также для второй дуги гортензии метельчатые. Гортензии метельчатые сорта, значит, какие? Киушу. Гортензия метельчатая. Сорт Ангелс Блюш. Блюш или Блюш. Вот этот вот сорт я впервые только увидел. То ли Дарума, то ли Дхарума. Не знаю, как правильно прочитать. Наверное, Дарума все-таки. Вот. Такой более достаточно большой саженец, более сильный. У него такие стволы уже хорошие. Так, и еще один сорт. Пиви. Наверное, так читается. Вот. Решил посадить все разные, чтобы потом делать на них вам обзор. И чтобы можно было сравнить вживую, какие сорта лучше, какие обработку. Нет. Вчера я делал обработку туй и гортензии. Разводил вот в емкостях циркон. И на 10-15 минут замачивали все в цирконе. То есть корневую замачивали в цирконе. Вот она такая сейчас промокшая, хорошая корневая. С белыми корешками, всасывающими. Но я думаю, что должны все туйки прижиться. Сейчас что делаем? Сейчас по той же технологии разводим корневин. Я купил пакетики по 4 грамма. Вот, значит, 4 грамма разводим на 4 литра. И замачиваем. Сейчас буду все это снимать. Итак, мы сейчас берем корневин. 4 грамма. Здесь приблизительно вот по 4 литра. Мы, конечно, не мерили. Вот прям литрами, ну так, поменьше пол ведра зачерпнули. Так, дальше. Опа. Сегодня у нас будет очень насыщенный трудовой день. Мне сын помогает. Оп. Кстати, вот... Про вот эти лотки я уже не знаю, делал я на них обзор или не делал, что я покупал. Но вот эти лотки пластиковые оказались очень и очень эффективны для того, чтобы в них что-то вот замачивать, что-то промачивать. По-моему, я делал на них обзор уже в каком-то видео своем. Так, сейчас размешиваем. Итак, замочили все туи, замочили две гортензии, потом вот эти туи пойдем сажать, гортензии тоже, а на их место поставим еще те две гортензии.
Сейчас выкидываем мусор и идем готовить лунки. Так, итак, мы прошли, сделали лунки. А так как корневой ком у наших маленьких туй не очень большой, тут особо, конечно, делать большие лунки не приходится. Повторюсь, это был огород, это перекапанная земля, рыхлая, достаточно неплохого качества. Единственное, что у нее очень маленький слой. Вот и все. Сделали лунки. Кстати, хотел снять еще, что же мы с сыном тащили-то такое в мешках и в контейнерах. Сегодня съездили за хвойным опадом. Вот это вот прям вот такой вот хороший перепревший хвойный опад. В каких-то местах было его побольше, в каких-то побольше хвои. Вот. Но ничего, это сделает наш субстрат под туи более рыхлым и более питательным со временем. Так, все палочки, которые вот здесь вот стояли, вот такие вот колышки, мы отложили, потому что тут вот у нас намечено место для гортензий. Здесь вот по центру гортензия уже заняла свое место. Здесь вот также будет дуга, где морковь сейчас находится. Еще будут гортензии. Ну, а для чего нам вот те палочки нужны, мы еще потом снимем и посмотрим. Итак, сейчас делаем грунт. Итак, друзья, заправляем лунки под туи. Делаем такую вот смесь с хвойным опадом. Перемешиваем все тщательно. Добавляем сюда земли. Ком, я повторюсь, у нас небольшой под туи. Вот. И даже, я думаю, то, что вот это пространство будет зарастать целый год еще следующий, это точно. Ну вот, получается такая вот смесь хвойного опада и смесь грунта. Вот. И делаем все ровненько, потому что потом мы туи замульчируем толстым слоем, и вода будет впитываться тут хорошо. Вот, к тому же чуть-чуть просядет у нас. Даже я бы сделал вот еще так, вот чуть-чуть повыше бы, потому что просядет, чтобы корневая у туи была не заглубленная. Ни в коем случае, иначе мои маленькие туи вырастут очень и очень не скоро. Так. Итак, мы приступаем к посадке туи. Туи наши стоят уже около 15
или больше даже минут. Корневая вся как следует пропиталась. Очень легко достается. Корневая вся очень хорошая. Вот. С белыми корешками, со светло-коричневыми корешками. Корневой ком не сильно оплетенный, так что разрывать мы его не будем. К тому же он корневой ком-то с мой кулак. Даже поменьше, наверное. Итак, поехали. Ну, тульки, растите большие и красивые. Немножечко прижимаем, не заглубляем. То есть вот сам грунт сырой, промокший. Вот. И я его не заглубляю. Все. Единственное, что мы потом замульчируем все. Вот, чтобы корневая шейка у нас была на уровне земли. И чтобы она не начала замокать, загнивать и тому подобное. Поехали. Опа.
Начинаем. Итак, мы приступаем к второй посадке дуги. Это вот будет такая дуга из гортензии у нас. Арка из гортензии, если так можно назвать. Все гортензии у нас стояли замоченные в эпине вчера, сегодня в корневине они замочены. Очень хорошая корневая. Корневой ком оплетен прям вот настолько, насколько надо. Корешочки белые всасывающие, отличные. Этот хороший кустик, прям вообще шикарный. Сажаем. Кстати, вот я сажал вот этот куст гортензии. Переверни, Ярослав. Вот этот вот куст гортензии рядом. И говорил вам о том, что я придерживаюсь все-таки того, что те культуры, которые очень хорошо черенкуются, такие как гортензии, их можно немного заглублять. И вот, посмотрев еще несколько блогов по посадку гортензии, вот, я все-таки пришел к такому выводу, что да, их немножечко все-таки можно заглубить. Потому что ничего страшного. Некоторые блогеры даже советуют заглублять до 5-6 сантиметров. Ну а мы так вот немножечко на пару сантиметров только и все заглубим. И потом замульчируем лучше хвойным опадом как следует. Так, сделали прикорневую лунку поливочную. Все у нас отлично. Посадка идет своим ходом. Несмотря, друзья, на то, что конец августа, сегодня 20 число, погода нас решила побаловать еще немного летом. И сегодня вот у нас периодически идут дожди, и погода такая стоит. Сегодня вот тихая и теплая. Вот. И у нас очень-очень жарко, даже очень-очень душно. С нас просто льется под градом. Вот так, а мы переходим к посадке второго. Так, да, еще чуть не забыл. Оставляем все горшки пока вот эти в лунках под гортензиями, потому что я особо еще не запомнил эти сорта, как называются. Отлично. Отлично достаются из горшка, отлично оплетенный ком, отличная белая всасывающая корневая система. Все прекрасно. Сорт PV. Посмотрим. Я даже еще, если честно, ребят, не смотрел, что это за сорта. Ну, как бы там знаем такие сорта известные, как Pink Diamond. Вот. Еще там что? Ванилла Фрайс, Лаймлайт, Фантом. Вот такие вот. А это вот какие-то для меня еще неизвестные сорта. Но будут у меня и Фантом, я надеюсь, еще посажены. И Лаймлайт у меня посажен уже куст в другом месте. Так, делаем прикорневую лунку поливочную. Все, ведро воды сюда зайдет, я думаю, очень хорошо. Все нормально. Все. И так потом еще замульчируем хвойным опадом. Сейчас берем третий куст. Третий сорт — это киуша у нас. Ох ты! Вот это вот гляньте, просто вообще четко. Ну вот такой бы вот. Да нет, наверное, не буду я. Это вот все белые всасывающие корешки. Прям отменная корневая. Ну, раздербанить. Нет, не буду. Потому что они повредятся и своей роли, вот эти белые корневые. Ох, гляньте. Может попробовать укоренить. Сломался. Сломалась веточка. Так, засыпаем, немножечко прижимаем. Тут мы сейчас все прольем и замульчируем. Когда кусты будут большие, я думаю, через годик, через два, на пень я теперь их обрезать уже не буду, свои гортензии, так что я думаю, что через годик, через два здесь будет у меня очень красивая большая арка.
ну или как это назвать, я не знаю, не арка, как хотите называйте, изгиб из цветущих гортензий. Да, был в Москве, уступали мне с большой скидкой очень большой куст, где-то, наверное, 1-1.20 метра высотой, вот такой вот куст, с шикарными красными цветами. Уже цвел куст, шикарно просто цвел, хороший куст, большой, но вся листва у него была покрыта черной пятнистостью. Делали на него из-за этого хорошую скидку, но я почему-то побоялся взять, потому что, как бы не заразить все остальное этой черной пятнистостью. Так, и на сегодня последний, четвертый куст. Это у нас сорт Angels Blush, а может Blush, не знаю, как правильно читать. Ну, посмотрим. Вот про эти, кстати, сорта я особо тоже ничего не знаю. Нормальная тоже корневая система. Видно и крупные корни, и мелкие белые всасывающие корешки. Но по корневой претензии вообще нет. И засыпаем. Ну что, трудовой день закончен у нас, дорогие друзья. Если снимать, то вот так вот полукругом посажены у нас туйки. Правда, первые мы посадили 19, но потом что-то подумали, так как я их купил 22 штуки, то мы там вот еще одну посадили. Что-то как-то мне показалось, что немножко неровненько, а вот так вот теперь будет ровненько. Вот наши 20 туек полукругом, все замульчировали, все пролили. И вот пока наши 6 кустов гортензий, тоже также полукругом. Но здесь еще морковка, но тем не менее уже видно, что вот полукругом и вот полукругом идут гортензии. Две туи у меня осталось, одна заняла свое место вот здесь вот, будет как вертикаль расти с остальными хвойниками в куче. Вот эти вот пока мы не убираем профиля обрезки, потому что нужно будет разметить теперь вот с этой стороны полукруг вот такой же вот, чтобы посадить здесь
пока не скажу чего. Вот, потому что не знаю еще сам, что посадить. Итак, все, дорогие друзья, это завершающий этап на этот год нашей вот этой вот клумбы на втором ярусе здесь, или нашего мини-парка. Всем пока, всем до свидания. Ну что, друзья, моя коллекция пополнилась, и моя клумба растет. Этот вот кипарисовик Lawsona columnaris мы пересадили, потому что там за плитой он у меня не рос совсем. Вот посмотрю здесь, как он будет расти, посмотрим, понравится ли ему здесь. Ну а таких вот два кипарисовика я приобрел еще.
Конечно, они у нас условно зимующие, но посмотрим, проведем такой эксперимент. Во всяком случае, вот тот голубой кипарисовик колумнарис, он у нас зимовал. Единственное, что вот может быть там было очень много ему снега, и очень долго снег таял, поэтому он у меня как-то всегда подопревал. Вот, у него макушка отпревает, поэтому он такой кустистый. Эти вот, конечно, саженцы из питомника. Они выведены сейчас практически в один ствол. Вот. Ну, посмотрим, что будет на следующий год. Сегодня у нас 23 августа. Моя клумба продолжает пополняться растениями. Ну и два колоновидных барбариса. Оранж Рокет, вот тот вот. И Ред Рокет. Также вначале я вам показал вот эту уже начинающуюся вот отсюда арку. Вот она идет. Здесь будут у меня елочки посажены. Пока какие, не знаю. Здесь вот также вы можете видеть вот один колышек и второй колышек. Это будут какие-то более крупные ели. Ну, не совсем такие, которые большие по 20 метров, а такие метра на 4. Вот, возможно, биолобок и, возможно, кейбаб. Голубая ель. Ну, а здесь вот, конечно, я хотел посадить елочки. Вчера мы разметили вот эту территорию. Вилсцверк елку. И Lucky Strike через одну. Но цены на них, так скажем, прямо очень и очень заоблачные. Если покупать что-то более или менее там 50 сантиметров саженец. Ну а маленькие, конечно, если покупать, то это они вырастут только к моей старости. Итак, мой парк потихоньку принимает свои очертания. До встречи!